Администрацию Самары посетила официальная делегация из Уральска. Города являются партнерами с 2009 года. Уральск – крупнейший центр в западной части Казахстана на реке Урал. В городе активно развиваются энергетика, машиностроение, пищевая, мукомольная и строительно-материальная промышленность. Гостей встретила глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев и главы департаментов администрации. Рада вас приветствовать в нашем городе. Наверняка вы уже слышали частично о нашем городе, что это большой город. В городе проживает 1 173 000 человек, а это по последней переписи, уже официальные данные. Конечно, наш город и промышленный, и космический, и научный, и культурный. У нашего города очень интересная история и богатая история. Уверена, что в наших взаимоотношениях будет долгий период времени дружбы, и, конечно, мы получше узнаем. Делегация из Казахстана поздравила самарцев с Днем города. В этом году областной столице исполнилось 436 лет. Хочу поздравить жителей города Самары, вас, коллектив, коллег с днем рождения города. Исторически между нашими странами сложились тесные экономические, политические, культурные отношения. Они всегда строились на принципах добрососедства. Сегодня мы также продолжаем это взаимовыгодное сотрудничество на новом уровне, этапе, сохраняя теплые, доброжелательные отношения и традиции. Участники встречи договорились о дальнейших совместных проектах, обмене опытом в вопросах городского хозяйства и расширении связей в бизнес-сообществе. Сегодня более 1000 предприятий Самарской области взаимодействуют с партнерами из Казахстана. Наибольший товарооборот мы наблюдаем в промышленном секторе, это поставка машин, оборудования, это продовольственные товары, сельское хозяйство. И, на наш взгляд, было бы целесообразно для придания дополнительного импульса развития обменяться бизнес-миссиями, где мы пригласили торгово-промышленную палату, наши общественные организации, бизнес-сообщество. Гостей из Казахстана пригласили поучаствовать в промышленных и агропромышленных выставках, которые пройдут в Самаре этой осенью, и поделились опытом организации продуктовых ярмарок в городе. Руководитель департамента образования города Ирина Коковина рассказала о развитии школьных музеев и совместном участии детей Самары и Уральска в спортивных турнирах, в том числе в турнире по корейскому боевому искусству «Хапкидо». Руководитель городского департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова предложила наладить обмен творческими делегациями, рассмотреть возможность установления сотрудничества между театральными, музейными, творческими коллективами городов и пригласила духовой оркестр Уральска принять участие во Всероссийском фестивале на сопках Маньчжурии. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. Виктория Шара, Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.